На 2 депутата в областном собрании станет меньше. На сегодняшней сессии также принято решение о досрочном прекращении полномочий осужденных Александра Савкина и Сергея Мышковского. В один день сдать мандаты предложили депутатам, деятельность которых прекратилась с разницей в полгода. Еще в июле 2016-го Сергей Мышковский и его подельник, экс-депутат Виталий Граф, осуждены за покушение на мошенничество и в преднамеренном банкротстве лесозавода номер 3. Оба приговорены к 6 годам и отбывают наказание в колонии общего режима. Бывшего председателя Архангельской профсоюзной организации, или в народе криминального профбосса, Александра Савкина признали виновным в присвоении 2 миллионов профсоюзных рублей. Суд состоялся еще 31 октября прошлого года. Теперь уже экс-депутата Савкина приговорили к 9 годам лишения свободы. В настоящее время все суды прошли. Постановление суда о привлечении к уголовной ответственности вступило в силу. И поэтому в соответствии с регламентом Архангельского областного собрания депутатов сегодня выносится постановление о прекращении депутатских полномочий.